Что же, собственно, произошло дальше с диском и с видео гуру-мастера из Тернополя? Собственно, вот диск. Я поставил более приличную крышечку, донор приехал. Вон там целая куча, горсточка. И копируется, линейное копирование идет. Видите, тут ошибок много. Что за писк? Что за звук? Жесткий диск нас оповещает о том, что у него одна лишняя головка. В общем, видите, здесь у нас три головы. Размыто, но, думаю, вы видите, да? А в нашем доноре 4. Вот. Паспорта у них совпадают. Поэтому у меня было принято решение поменять. И если вы ничего не редактируете, ничего не делаете, то, в принципе, писк означает, что идет обращение к голове, которой не должно быть. Ну, в общем, вы меня, я думаю, поняли. Суть какая? Ошибок много. Я надеюсь, что здесь два раздела C и D. Они распознаются, но долго думают, фрезят. Поэтому я по досикам сливаю это все дело. Ошибок, конечно, целая куча, но, скорее всего, я первой головой пройдусь, сниму, сделаю карту. И потом еще один донор человек купит. И недостающие фрагменты на карте попробуем перекрыть при помощи, ну, еще одной головки. То есть для этого вот в таких случаях нужны несколько доноров, когда, ну, сотворили, конечно, беду. Беду сотворили прошлые мастера, вы все сами видели, напортачили, накосячили. Вот в таких случаях больше одного донора нужно. И в тех случаях, когда диск упал, поцарапался, там прорези у него, ну, то есть видно визуальные дефекты. И после падения, может быть, даже и не видно их, но, поверьте, они есть. В общем, ну, пока мой результат 50-55% на этой голове сольется, карта диска будет построена. Да, HD-клон умеет создавать карту диска, поэтому, ну, чтобы не было претензий, сливаю я сразу на ВД-шку. Это мой handmade, специальную пленку. Короче, как-нибудь сниму видео потом про нее. Это мой Франкенштейн из 4 разных дисков, и все работает классно. И, как вы видите, без наклейки. То есть, ну, там у меня пленка. Ну, короче, ладно. В общем, вот такие периодически будут звуки происходить. И в эти моменты у нас, естественно, read errors будет. А current sector показывает, на каком именно секторе сейчас мы остановились. То есть, current sector минус read errors. И видим, малый процент, сейчас пока что треть у нас удачно записалось. Ну, не будем сдаваться. Пока. Пауза. А купить нужную запчасть на AliExpress мне помогает Beckett. В прошлом EPN. Расширение для всех браузеров. Переходим по ссылке, и мы уже экономим. Проверяем в расширении, активирован ли у нас кэшбэк. Если нет, нажимаем на кнопку активации. Выбираем нужную нам деталь и смотрим динамику цен. Переходите, ссылочка в описании. Итак, ребята, заканчивается эпопея с жестким диском Hitachi. Первую часть про мастеров гуру вы видели. Если нет, ссылочка будет в описании, обязательно посмотрите. Получается, поставил я голову с первого донора. Она, грубо говоря, как трактор с ковшом прошлась по заснеженной дороге, сняла окончательно все слои жира и записала около 30% инфы. В
Второй же донор помог мне слить сейчас уже 90% информации. Идет медленно, долго стояла на одном месте, но продолжает идти. Диск D я уже полностью слил. Вот он так пошкрябывает периодически. Хотя на диске D не шкрябал. А на диске C здесь остался вот рабочий стол копируется, на котором есть еще папки с фотографиями. В общем, тут повезло человеку и диплом, и рабочий стол его, видно, сохраненный, и рабочий стол, вот этот последний, который я вот сейчас перекидываю. Фотки, какие-то еще ключи, ну, не знаю, к чему. Видео семейное, медиа-сервер даже с драйверами удалось достать. Фильмы я уже не переписывал, потому что фильмы такое дело, главное сейчас достать все по мере важности, а уже потом можно будет и фильмы, если получится. Хотя думаю, вряд ли, с такими скрежетами, скрипами диск уже явно свое доживает. Но почему я выбрал Linux? Тут энная система монтирования, определенная система монтирования жестких дисков. Тут можно замонтировать жесткий диск только на чтение. И то есть доступ записи к нему будет закрыт. Это позволяет более бережно скопировать инфу без возможности какой-то перезаписи или что там еще диск клеманет. В общем, такие вот дела, народ. Обошлось это все клиенту дорого, скажу сразу. В общем, такие вот дела. Было бы гораздо дешевле, потому что, как оказалось, у клиента изначальная причина жесткого диска была в том, что в какой-то момент диск после перезагрузки стал долго загружаться. То есть, естественно, вам пришло в голову, как и мне, что MBR слетело или что-то. Возможно, даже начали сыпаться беды в нулевом первом секторе, но это не так страшно. А вот в этом сервисе сразу сказали менять головку. Ребят, поймите, что голову, конечно, менять — это большое мастерство, но не надо, как говорят, раненому при парке каждый раз везде голову. Вот знаете, есть в ремонте компьютеров, ноутбуков такие прогревасты, которые чуть что все греют. Все греют без разбора. Кстати, в жестких дисках я такое тоже наблюдал. Есть люди, которые чуть что сразу меняют голову. Голову надо менять только тогда, когда требуется ее замена. Не чаще. То есть, естественно, в том видео, в котором я вам показывал в первой части, естественно, там замена головы нужна была. Но и с изначальными симптомами, которые обратился человек в мастерскую, замена головы не нужна была. Можно было вытащить инфу той же R-студии или из-под DOS-а вытащить каким-нибудь клонированием, и все было хорошо. И дальше можно было бы даже этот жесткий диск, я больше чем уверен, поднять с одной головой методом форматирования несколько раз, там затирания, и потом переписать туда же эту же инфу. Все было бы четенько, я больше чем уверен. Но люди не ищут легких путей. Во всяком случае, копируется все понемножку. Человек доволен. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам или тем, кому... И да пребудет с вами великий Харт. Аминь. Пока. Мистика. Сегодня мы поговорим с вами об одной из аномальных зон. Аномально. Если тебя интересуют загадки, если тебя интересуют различные тайны, различная мистика и аномалии, которые творятся в нашем мире и в наше время, обязательно подписывайся на мой канал. Это будет реально страшно, это будет реально интересно. И если что-то есть в нашем мире, я обязательно вам это покажу.